Сейчас люди старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания, находятся в группе риска. Им нельзя выходить из дома, однако покупать продукты и лекарства необходимо. Помочь каждому в этой ситуации стараются волонтеры, получающие заявки по WhatsApp или при обзвоне. Алло. Ольга Олеговна, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Айбек, я из волонтерского корпуса Ленинского района. Вы оставляли заявку на помощь. Скажите, пожалуйста, какие вам продукты нужны? В это время второй волонтер составляет список всего, что необходимо купить. Обычно в него входит базовый набор – крупы, хлеб, яйца и сметана. Иногда их просят зайти и в аптеку. Волонтеры уточняют у заявителя точное название лекарств и в каком объеме они нужны. Мы купили все, что вам необходимо. Сейчас мы к вам придем. Спасибо. Общая сумма составила 337 рублей. Приготовьте, пожалуйста, денежки, ладно? Хорошо. Не забудьте повесить на дверь, мы оставим продукты, вы заберете, ладно? Хорошо. Все время волонтеры находятся в защитных масках и перчатках. При входе в подъезд они дезинфицируют руки специальным средством. С заявителем они напрямую не контактируют. Продукты оставляют у двери и забирают деньги за них, заранее повешенные на ручку. Мы вам принесли все ваши продукты и валидол тоже. Оставляем у двери, денежки забираем. Спасибо большое за помощь. Пожалуйста, обращайтесь, звоните нам, если вам что-то будет нужно. Мы вам поможем. Таким образом, волонтерским корпусом уже было обработано около 100 заявок. Очень важно помогать людям, например, которые одиноки. У них нет никого, кто мог им помочь, но они вынуждены в данной ситуации сидеть дома, так как они попали в группу риска и не могут выходить на улицу. Мы отзываемся, отрабатываем заявки, приходим, помогаем. Для тех, кто нуждается в помощи, работает горячая линия Ленинского городского округа. Позвонить можно по номеру 8-495-116-21-17. Вызовы принимаются с 8 утра до 8 вечера. Звонок бесплатный. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.